Я же бросил фильм. Нельзя пойти пешком. Почему? У меня до сих пор глюки. Гуляние, стояние, крик на людей. А ну отвали, свинья. Тише. Я от Тарика. Только ты? И все? Меня хватит. Где твои люди? Неделю назад их схватили византийцы. Я была одета рабыней и смогла ускользнуть. А остальные... Ты драться умеешь? Думаю, что да. Когда будешь уверен, отыщи меня. Святая Богородица, но зачем? Вы представляете? Мы недавно поймали еще одного султанского шпиона. На этот раз женщину, переодетую дешевой шлюхой. Что, к нам уже отправляют девушек из гарема? У султана закончились опытные бойцы? И куда ты ее определил? В темницу. Но долго она там не протянет. Шахкулу позаботится об этом. Когда мои солдаты смогут стрелять из этих ружей? Через пару недель. Сейчас янычары уже знают, что я предал их. Но есть ли у них возможность отомстить? Вряд ли. Сейчас все их внимание занимает война султана с Селимом. Что это еще за вонь? Простите, Мануил. Эти атаманские пленники очень хрупкие. Шахкулу, умерь свою ярость. Я знаю, что султан обижал твой народ, но это не повод унижать тех, кто ниже тебя. Ты бери женщину из тюрьмы и отведи ее в часовню. Шахкулу, у меня нет ключа. Найди. Где ключ? У тебя? Нет, у Николаса. Но он ушел на базар. Христему, как же мне охота проткнуть его копьем. Эй, эй, давай поспокойнее, ладно? Здраво, без такого. Несомненно. Позор вам, позор! Эй, позор! Черт бы вас всех побрал! Держись подальше. Громилы, тираны! Позор вам, позор! Держись подальше! Позор, позор! Даже не пытайся, нечего тут смотреть. Мы с тобой. Прикончим этих разжиревших собак. Мы с тобой. Громилы. Давно пора выступить против этого. Ваши старания не только. Смеешь? Мы с тобой, храбрец. Ураю. Тулику ваших храбрых. Храни вас. Господи. Святой Симеон! Он кого убьет! Всех. Бедняги. Спаси вас, Аллах. Это сделал проклятый туркмен. Шахкулу. Я убью его. Стой. От тебя немного. Я спасаю своих, а не завожу друзей. Это здесь. Эту броню пули не пробьют. Надо подобраться ближе. Янос. Нужно помочь ему. Тем, кто убивает ради забавы, нет пощады. Надо уходить от стражончика. Умри! Идти можешь? Эти винтовки, их нужно уничтожить. Они почти все и так сломаны. Но порох настоящий. Тут мы не могли обмануть. Бен, держитесь в тени, пока не услышите взрывы. Тогда бегите. Взрывы? Но тогда здесь будет сущий ад. Весь город охватит паника. Си, на это и расчет. А потом? А я найду Мануила Палеолога. Услуги. Поверьте, скоро вам станет гораздо лучше. О боже. Очень серьезно. Черт возьми. Акробат! Что? А, я его вижу! Вон там! Отличное место, чтобы спрятаться. Сохрани мне жизнь. Сига, сига! Это все-таки порох, а не мука. Да понял! Как ты расширяешь глаза и... Смешно было. Какого черта? Что за смерть пришла за тобой? Он уходит! Быстрее, парни! Живо! На него! Саботаж, Мануил! Идите в укрытие! Прочь с дороги! Граждане! Солдаты! Соберитесь! Не поддавайтесь страху! Мы истинные хозяева Константинополя! Это наша с вами земля! Мы византийцы! Смелее! Держитесь! Пусть ничто не сломит вашего! Дерьмо! Убить его! Сейчас же! Остановись и подумай о жизни охотнитых тобой сегодня. И об анархии, что ты посеял. Давай, дей! Ты не уйдешь! Ты использовал этих бедных и несчастных людей для достижения своих личных целей. Но мы сражаемся за правду, ассасин. Мы хотим вернуть мир этой земле. Тамплиеры любят говорить о мире, но не любят уступать власть. Потому что власть несет мир, кретин. Наоборот, не бывает. Эти люди погибнут без твердой руки, что направит их и укажет им на их место. Тебе конец. Готовься к смерти. Я должен был стать наследником Константина. У меня были планы. Твои мечты умрут с тобой, Мануил. Империя умерла. Ну так как я, думают многие, ассасин, весь наш орден живет одной мечтой. Атаманы, византийцы. А это ярлыки, костюмы и маски. Все тамплиеры, что носят их, принадлежат одной семье. Хватит болтать. Я пришел за ключом Масиафа. Забирай. Забирай. Найди свое сокровище. Посмотрим, сможешь ли ты дойти до библиотеки без греческого клинка в спине. Мануил, последний из палеологов. Не стоило ставить его во главе экспедиции в Масиаф. Он был слишком надменным и своевольным. Я разочарован, Ахмед. Ты тамплиер? Да, ибо я устал от кровавых войн, что сталкивают отца с сыном, а брата с братом. Мир возможен лишь тогда, когда люди станут единым целым, под властью высшего разума. Тайны великого храма приведут нас к цели, а Альтаир укажет путь. Вряд ли. Секреты Альтаира не для вас. Я не собираюсь спорить, Эцио. Мне нужны ключи Масиафа. Ключи? Что, этот не последний? Вроде бы нет. Но стоит спросить того, кто знает лучше. София Сарта. Так ее зовут. Она не знает. Не тронь ее. Посмотрим. Тронешь ее, я убью тебя. Ну, попробуй. Готов? Пошли! Давай. Пора, вперед. Николо Поло, мы мало времени провели вместе, но я верю, что этот кодекс даст ответы на многие твои вопросы. Альтаир, это дар бесценен. Грация. Ну, и куда ты теперь? Пока обратно в Константинополь. Создадим там гильдию и назад в Венецию. Твой сын Марко будет в восторге от папиных историй. Пока он еще слишком мал для них, но со временем... Отец, передовой отряд монголов прорвался. Они уже в деревне. Николо, твой груз и провиант ждут тебя у ворот деревни. Мы проводим тебя туда. Спасибо. Готовьте катапульты и ждите сигнала. Стойте тут. Помогите! Не волнуйтесь! Мы его поймаем! Еще один наем! Идем сюда. Идем. Сюда. Они теснят меня! На помощь! Пошли. Идем сюда. Отец, ты как? Дай передохнуть. Конец эпохи. Когда я был молод, я наивно полагал, что наша кредо положит конец всем этим конфликтам. Если бы мне хватило смирения сказать себе, я многое повидал в жизни. Я сделал все, что мог. И все же высшая слава в том, чтобы сражаться за истину. Мы готовы. И вот что, Никола. Возьми их с собой и храни, как зеницу ока. Лучше спрячь. Артефакты? Вроде того. Это ключи. В каждом из них сообщение. А для кого они? Если б я знал. Прости мне мой торопливый почерк, Клаудия. За это время произошли многие события, в основном печальные. Я снова направляюсь в Константинополь, преследуя предателя, коварство которого открылось лишь недавно. Принц Ахмед, дядя Сулеймана, оказался главой местных тамплиеров. Это он организовал поход на Масиаф, и он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить ключи, которые сейчас в руках ассасинов. Так что же меня держит? Почему я не отправляюсь с ключами в Масиаф? Потому что я был неосторожен. Тамплиеры знают о Софии и ищут ее. О боже, Клаудия, если с Софией что-нибудь случится, я не смогу с этим жить. Я втянул ее в войну, о которой она даже не знает. Если с ней случится беда, бремя вины будет на мне вечно. Граждане империи и наши заморские гости, внимайте! По приказу янычаров новые ограничения наложены на въезд и выезд из города. Знаете также, что награда в 10 000 акче будет пожалована любому, кто выдаст место, где скрывается ассасин Эцио Аудиторе. Я убью себя! Вообще-то я ничего...